Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы вяжем джемпер от Brunello Cucinelli. Узор у меня есть на канале. Обязательно посмотреть нужно видео первое, где узор и где про пряжу я говорю. Единственное, что хочу, сейчас я это делаю до съем, потому что джемпер у меня готовый, вот он. Вот, я просто точно знаю, сколько у меня ушло пряжи, поэтому снимаю этот досъем на начало видео, потом уже после. Про пряжу я уже в первом видео говорила, как я миксовала. У меня, значит, вот это Alize Sal Abie с пайетками пряжа, цвет 0,1, 2 мотка, и Super Lana Tic 3 мотка, ну вот этого вот цвета, а цвет какой, сейчас я вам... И вот этот вот, 152 цвета, давайте я напишу. Посмотрела сама же, посмотрела свое же видео, из какого я начинала вязать, потому что осталось у меня буквально чуть-чуть. 3 мотка, то есть всего ушло у меня 5 мотков. Ну и остатки там, конечно же, остались, у меня были начатые мотки вот этого Super Lana Tic, ну то есть где-то там 2,5 мотка. Вот эти 5 мотков... А эта пряжа, она тяжелая. Хотя нет. В общем, в 3 сложения я вязала. 2 нити было вот эти вот. И 1 нить вот эта. Итак, размер я вязала маленький. Он подходит, опять же, девчонки. Сейчас я с вами поговорю. А в процессе вы, основываясь на том, что я сейчас скажу, вы будете... набирать петли. Рукав у меня там в процессе я оговариваю для разных размеров, как подкорректировать. Что касается набора петель, мой размер, ширина 55 сантиметров, он подходит где-то от 40 до 46 размера. Это по моим таким, по моему видению, насколько он свободный должен быть, да. Далее, потому что здесь, в этом варианте, у нас все отталкивается от раппорта. Раппорт у нас составляет 14 петель. Мы не можем набрать больше, меньше. Мы либо набираем по окружности, я в круговую вязала, у меня 10 раппортов, то есть 5 в половине, либо 10 раппортов, либо 12, либо 14. Вот таким вот образом. То есть по передней детали у нас, ну и по задней, 5, 6 и 7 раппортов. Вот, это что касается набора петель. Здесь, что у нас по размеру, 60, вы отталкиваетесь от ширины 66 сантиметров, да, если вам подходит эта ширина, вот сравните с джемпером каким-то, вот, то вы набираете 6 раппортов, если не подходит, 7 раппортов, не знаю, если, возможно, если вам нужно подкорректировать пару сантиметров, то тут дополнить лицевой гладью. Но тут не получается вот такой вот раппорт. Либо мы отталкиваемся от конкретной цифры, а один раппорт у меня 11 сантиметров, это 14 петель. При моей плотности 6 миллиметров спицы я брала и в 3 сложения пряжи. Поэтому вы вот на этом начальном этапе вы отталкиваетесь от ширины, от набора как бы ширины петель. Если не хотите, вот чтобы разница у вас, потому что в окружности это будет 22 сантиметра разница. Если вам это не подходит, дополняйте лицевой гладью, но ни в коем случае не делайте нечетное количество раппортов. Почему? Я сейчас объясню. Потому что потом это все разделяется на... поворот на вязание поворотными рядами, и у вас четко здесь должно быть начало или конец раппорта, потому что узор такой, я не устану это буду очень часто повторять на протяжении видео, что узор такой, что тут нереально его разделить пополам, вот этот вот как бы раппорт, потому что здесь может быть сокращение, а накид только в этой половине, поэтому неделительный раппорт, девчонки, очень сложно делать горловину. Поэтому и горловину я чуть корректировала по поводу вот. Поэтому изначально вам говорю, либо дополняете в ширину
лицевой гладью, вот она будет такой полосой по бокам, либо набирайте четкое, четное количество раппортов в окружности. Вот так вот я, вот здесь вот количество раппортов, здесь в сантиметрах. 77, это большой, я так понимаю, после 54 и так далее. 52, 54, это 77 в ширину. Вот. Если вам что-то нужно между 66 и 77, то добавляйте вот здесь, я же говорю, лицевой гладью. Хотя оно потеряет тот эффект. Я так считаю, девчонки. В общем, вот так вот. Сорок восемь, пятьдесят два, пятьдесят четыре, шестьдесят, вот так вот напишу размеры приблизительно, девчонки. Тут еще тоже зависит от того, и по пряже. Вот если у меня так ушло на вот этот вот размер, то здесь бы я добавила плюс один пайетки и плюс один тик. Я думаю, вы поняли. То есть два мотка с пайетками, вот три мотка с пайетками и 4 мотка суперлана тик. То же самое здесь. Еще к этому плюс. То есть плюс 2 тик, плюс 2 пайетки. Почему так? Ну, вот я думаю так, девчонки. Я не могу точно сказать, но думаю так. Если что, напишите свое мнение в комментариях. Может, кто-то видит по-другому. Я уже привыкла читать ваши комментарии и многому учиться на этом. И всех призываю читать комментарии, потому что там, девчонки, сколько советов напишут, бесценные комментарии. Вот, девчонки, а я попрошу у вас лайк, подписку, комментарий авансом. Если вы в конце посмотрите результат мой, то вы лайк можете забрать и удалить комментарий. Все, смотрим, вяжем. Итак, начинаю с 5,5 миллиметров. Три ниточки, как я и говорила. И набираю я 140 петель, вязать буду по кругу. Набираю 140 петель обычным способом. Вязать край мы оформим. Там достаточно в оригинале все грубо. Поэтому мы делаем то же самое. Край мы оформим моим любимым способом. Сейчас я вам все покажу. Сняла одну спицу, чтобы не тарахтела. В общем, набираю я. У меня 10 раппортов в моем узоре. Я набираю 140 петель. Итак, набрала я 140 петель, естественно, два раза набрала. И одну, смотрите, дополнительную. Это независимо от размера, одна дополнительная для того, чтобы сомкнуть это все дело в кольцо. Делаю узелок. Я, вы знаете, всегда делаю, потому что это последняя петля растягивается. Так, теперь замыкаем мы все это дело в кольцо. Каким образом? Смотрим, чтобы все было ровненько. Последнюю петлю переснимаем на левую спицу и через нее продеваем первую петлю. То есть одеваем вот таким вот образом и вяжем первый ряд резинкой 1 на 1. Здесь вот посмотрите внимательно, в оригинале вообще не затягивается резинка, она такая свободная, дрысня. В общем, вяжу я ряд резинкой 1 на 1. Так, вот продовязываю ряд до конца, девчонки. Наш любимый, кто со мной давно, я думаю, вы уже тоже полюбили этот способ обработки края. Значит, лицевая петля, это второй ряд. Уводим спицу назад, подцепляем лицевую петлю и переносим наперед. То есть перекручиваем ее сзаду наперед. Провязываем. Изнаночную просто провязываем. Лицевую снова захватываем, переносим наперед, провязываем. Изнаночную. Так, всего один ряд. Таким образом у нас обработается край.
так один круг. Смотрите, вот такой вот край у нас получается, вполне себе подходящий для этого свитера. Итак, кружочек я так прошла, смотрите, какой край получается. И далее мы вяжем просто резинку 1 на 1, без никаких уже прибамбасов, обычная резинка, вяжем далее. Так, девчонки, что я сделала в оригинале? Я увеличила и посчитала, там всего 4 ряда. Что-то мне кажется, сдается мне, что это не очень красиво. Вот поэтому у меня здесь 7 рядов. Вы можете сделать 4, вот как в оригинале, вот такая она маленькая будет резиночка. Далее, что я сделала? Я разделила, то есть провязала я 7 рядов, я надеюсь, вы поняли. Вот, и теперь разделила все вязание на 10 секторов. Вот маркер еще один здесь, 10-й. Он у меня желтый, чтобы я понимала, где у меня начало ряда. Схема. Я уверена, что вы уже смотрели все. Вы уже знаете, что здесь особенно. Мы используем только 14 петель, потому что на данном этапе. Потому что мы вяжем в круговую. То есть в рапорте у нас 14 петель. Итого у меня для моего размера 10 секторов по 14 петель. И я вяжу по схеме. Лучше разделила, чтобы вдруг где-то собьюсь, то это было на одном рапорте, а не на всем круге, да? Вместе. Накид. Вот очень важно, девчонки, вот этот накид так и делайте после, перед маркером. Вот все четко соблюдайте, как в схеме. И вяжу я круг, потом вам покажу в круговую. Я там оговаривала, но девчонки спрашивали, поэтому сейчас этот круг я провяжу, а потом мы с вами оговорим четный ряд. Так, и изнаночный ряд. Мы все петли вяжем лицевыми, и вот эту вот, и накид. Ух ты, потеряла нить, представляете? Где ж ты ее? А, не потеряла. Только вот эту изнаночную вяжем изнаночной. Значит, лицевые за переднюю стеночку, за ту, которая ближе к нам. А изнаночную, сейчас я вам скажу. Так как вязание круговое, у нас тут поворот петли меняется. Так, изнаночная у нас за заднюю стеночку. Так вот и вяжем по схемке свое количество рапортов до проймы. Тут можно, конечно, регулировать длину. Так, куколки мои, какой же заморочливый узор. Я до сих пор вяжу со схемой. Я не в состоянии его запомнить. Вот представляете, не знаю. Пишите, я прошу прощения, машинка будет в этом эпизоде стирать. Извините меня, пожалуйста, за шум стиральной машинки. В следующем кусочке, сейчас я кусочек сниму, отделю спинку, далее его не будет. Ну, в общем, пока у меня 28 сантиметров, ну, это же не разутюженная, вы же понимаете. Я разделяю на спинку. Я связала, вот я не знаю, как определить. Раз, два, три, четыре. Четыре. Раз, два, три. Четыре рапорта, наверное, правильно же? Вот, если 4 лепестка. Ну, в общем, 4 лепестка у меня. Ну, я так понимаю, что 4 рапорта. Вот. Или 5. Или 5. Ну, 28 сантиметров, сейчас 4 лепестка. Значит, что я делаю? Вот смотрите, это как раз у меня сейчас 12 ряд. После 4 или после 5 рапорта. Вот я ничего-то не обратила внимания. Значит,
12 ряд, как бы четный, и в нем я вот из этой петли, вот где у меня половина, то есть по бокам разделю спинку. Каким образом? Для начала вот лицевая петля, я из нее делаю 4. Смотрите, каким образом: 1, 2, 3 и четвертую вот так вот переверну петлю и провяжу четвертую. 4 петли мне нужно, потому что мне, у меня здесь будет разделение, и мне нужно туда 2 петли, кромочная и вот эта вот лицевая, для симметрии узора, и сюда 2 петли. Далее я вяжу четный ряд по узору. И вяжу ровно половину, это 5 раппортов до следующей как бы проймы. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, я ушла. Ушла, девчонки. Мне здесь вот нужно было бы сделать 5 петель из этой лицевой, потому что здесь у меня вот от желтого маркера 1, 2, 3, 4, 5 раппортов. И здесь 1, 2, 3, 4, 5. Боже, уже испугалась. Значит, здесь я делаю 4 петли из этой лицевой. 1, 2, 3. Поворачиваем петельку и провязываю четвертую. И вяжу ряд до конца, то есть до желтого маркера. Так, довязала я до желтого маркера. Смотрите, теперь я разделяю пополам эти 4 петли и ставлю маркер сюда. Потом он нам не понадобится. Еще вяжу начало ряда по узору. Это у меня первый ряд. Сама себе представляете, первый раз в жизни у меня так, и вроде бы, ну, казалось бы, что этого узора, да совсем, совсем ничего. И его не могу запомнить. Может, потому что я вот после вот этой вот операции, девчонки, извините за стиральную машинку. Так, и вот в конце смотрим. Здесь я провязываю лицевая и вторую петлю изнаночная. Вот эти 2 петли я оставляю. И вяжу, я пересниму эти 5 раппортов, наверное, на дополнительные спицы, чтобы не путаться. И буду вязать только вот эти вот 5 раппортов поворотными рядами. Вы, конечно же, видели первое видео с узором, потому что должны были его посмотреть, поэтому я как бы на этом вопросе останавливаться не буду, просто вяжем по узору, как лежат петли. Здесь уже изнаночную мы провязываем изнаночной. Единственное, что хочу обратить внимание, здесь при поворотных рядах изнаночной. Она, я вам скажу потом, пусть она замолчит. Значит, изнаночную за переднюю стенку мы вяжем, накид изнаночной. Ох, и машинка. Лицевую за заднюю стенку. Все. Это в изнаночном ряду. В лицевом ряду сейчас покажу. Вот она, половина. Здесь последние 2 изнаночные.
И сейчас в лицевом ряду покажу, за какую стенку. Это я зачем говорю? Это я говорю для того, чтобы не отличалось полотно. Так, здесь кромочная, вот она лицевая, это те петли, которые мы добавляли. Вот две и третья. Накид вместе. Лицевая за заднюю, изнаночная за переднюю. Продолжаем. Итак, девчонки, далее у нас по плану горловина. Горловина здесь при этом узоре вообще особый случай. Значит, что у меня здесь есть? В длину на данном этапе у меня провязано после проймы 4 раппорта, но опять изменений. Здесь у меня тоже, я разутюжила, просто посмотрела длину, так визуально прикинула. Значит, здесь 4 раппорта есть, и здесь 4 раппорта тоже есть вверх. Но при этом один отсюда я пущу, то есть я здесь зашью. Вы вяжете вот здесь вот 5 раппорта, а сейчас у меня здесь 3. И теперь... В ширину у меня 5 раппортов. Сейчас я вяжу, девчонки, вы представляете, я наконец-то уже вяжу без схемы, без маркера. Сейчас я вяжу, провязываю 2 раппорта. Что касается тех девочек, которые вяжут другой размер, и у них четное количество раппортов, там нужно разбираться отдельно. Я сниму кусочек видео отдельный с разбором горловины именно для размеров, которые имеют четное количество раппортов вязания. Сейчас мы разбираем нечетное количество. Тут они себе добавление, убавление расположены, как им хочется. Я, если честно, сейчас вяжу и не понимаю, сколько мне всего этого нужно будет сократить. Итак, раз, два. Я довязала, вот смотрите, у меня вот эта лицевая, я ее оставляю и вот эту вот петлю оставляю, потому что они мне туда оставляют. Ой, подождите. Теперь смотрите, вот эту петлю я провязала 2 раппорта. Это уже начало следующего раппорта, вот эта лицевая, я ее провязываю и следующую провязываю. Нет. Так, вот 2 раппорта я провязала, и теперь закрываю центральные петли вот этого раппорта, включая вот эту лицевую и эту лицевую, я их закрываю, эти петельки. Это у меня 1, 2, не затягиваю, чем ряду. Итак, 15 петель я закрыла, это 14 петель раппорта и еще одна дополнительная петля. Так. Далее вяжу вот эту вот правую полочку. Здесь вяжу по узору, но не вывязываю начальный. Вот смотрите, здесь я должна сделать накид 2 вместе. Я этого не делаю. Если раппорт подразумевать. И здесь у меня должна быть накид 2 вместе начала работ раппорта, который я не делаю. Так. Я как бы узор вяжу вот отсюда уже. Вот у меня изнаночная, лицевая 2 вместе, накид 3 вместе, накид. Это первый ряд идет схемы. Накид, лицевая, накид 2 вместе, лицевая. Вот только накид и 2 вместе я не провязала в начале, потому что не из чего было. Значит... Вырез у нас лодочкой, достаточно глубокий, так джемпер у нас летний, поэтому ничего, никаких под горло и никуда в другие места оно нам
не подходит. Так, подождите, я забыла написать. А что я так нарисовала некрасиво? Первых 15 петель по центру мы закрыли. Так, следующий ряд. Я закрываю здесь 4 петли. Раз, два. А теперь закрываю, видите, другим способом. Три. В общем, закрывайте, как вам удобно. 4. Ой, далее я эти петли, девчонки, провязываю просто лицевыми до... Далее я эти петли провязываю просто лицевыми. Я уже ничего не буду делать. Вернее... Вот еще что я сделаю, я, наверное, провяжу здесь 2 вместе. Вот смотрите, по узору у нас здесь должно быть 5 лицевых. А, третий ряд, да, накид, 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот как? А этот накид, он получается... Нет, не получается вязать узор. Так что дальше мы вот до этой лицевой вяжем просто лицевыми петлями. Давайте не будем издеваться над собой и... изобретать велосипед и делать сокращение лишнее. Вот здесь вот все, я буду вязать лицевыми петлями. 4. Так, еще одно изменение. Раз уж лицевые петли, то здесь у нас будет 5 сокращений. Не 4, а 5. И далее лицевые петли до лицевой петли, потому что здесь у нас уже узор трудно отследить. Вот. И начиная со следующего раппорта, мы уже вяжем узор. Так. Неправильно. Изнаночные по узору. Теперь 4 петли. Так, теперь 3 петли закрываю. Раз, два, три. То есть 5, 3. Тут опять же до конца раппорта лицевыми петлями ничего не издеваемся над собой. Вот лицевая, и далее пошел в раппорт. Та, которая сказала, что помнит узор. Уже не помню. Уже я ничего не помню.
Узор, да, неудобный на сокращение, совершенно неудобный, потому что там может быть сокращение быть в начале рапорта, а накид в конце рапорта, компенсирующий это сокращение. Так, теперь две петли вместе, вернее, две сокращаем, раз, два, давайте я напишу, значит, 5, 3, 2. И все, девчонки, вот 10 петель еще закрыто у меня. Далее я буду вязать этот аппендицитик лицевыми петлями. То есть сейчас вот 3 петли, я ее, даже 2 как бы лишние, я ее, их не беру в расчет. Я здесь вяжу еще ряда 4 или 5 или 6. 4, наверное. А может и 6. Так, вяжу еще ровно. Итак, я провязала еще 6 рядов. Давайте я напишу здесь, что ровно провязано 6 рядов до плеча. Теперь я перехожу на вторую половинку и вяжу вторую. Привязываю здесь нить. И начинаю я с изнаночного ряда сейчас, который я вяжу по узору. Следующим изнаночным я буду сокращать петли. Так, лицевой ряд вяжу тоже по узору. Так, сейчас я нахожусь в первом ряду, напоминаю. Кажется, или во втором, или в третьем. Нет, в третьем, девчонки, сейчас нахожусь. В первом ряду я закрывала петли, вот. А сейчас я нахожусь в третьем ряду по схеме. Может, я там не помню, где я говорила, что я в первом ряду. Вот. Так. Смотрю, у меня здесь, девчонки, потерян накид, представляете? Думаю, что-то не пойму, что я там растерялась.
Ну да ладно. Теперь я закрываю 5 петель. Раз, два, три, четыре, пять. Вяжу ряд далее по узору. Это изнаночный у нас ряд. И далее я уже тут аппендицит раппорта буду вязать лицевыми петлями, уже извращаться не буду. А возможно, сейчас посмотрим с этой стороны, как он выглядит, этот раппорт, пятый ряд. Возможно, мы еще кусочки продлим, провяжем. Сейчас дойдем туда. В любом случае, здесь сокращение на изнаночной стороне. Раппорта, значит, что мы можем сделать? Накид 2 вместе провязать, лицевую, изнаночную, а далее уже ничего не делаем. 3 петли, 1 2 3. Теперь у нас 3 петли, 1 2 3 петли, изнаночный ряд. Что-то я, по-моему, там начудила, девчонки. Сдается мне. Так, далее здесь уже вяжу лицевыми петлями. Остаток раппорта, ничего не меняю. Так, 2 петли последние. 1 2. Довязываю до конца ряд. Еще 6 рядов. И все петли закрываю. Итак, что у нас получается? Вторая сторона, 5 3 2, точно так же, и 6 рядов здесь. Теперь значит, это у нас передняя деталь, вот она. Теперь задняя деталь. Что мы делаем с задней деталью? Вот почему у меня на трех раппортах, напоминаю, что здесь один раппорт у меня уходит вниз, всего на пройму 4 раппорта. Вот здесь я да, 4. 1 2 3. О, ну правильно, все правильно. Значит, то есть здесь у меня провязано, если один уйдет туда, 1, могу понять. 1 2 3. А ну да, все правильно, это я неправильно сложила. То есть один уходит вниз, сейчас у меня 3 раппорта здесь. Вот, и что я делаю? Я сейчас провяжу спинки у нас все точно так же, как передние детали, но вот эти 6 рядов, вот эти, которые у нас передние детали, мы провязываем здесь.
здесь у нас 6 рядов спинка, то есть горловину делаем на 6 рядов выше. То есть сейчас я вяжу 6 рядов спинки и потом начинаю вывязывать вот эту вот часть, то есть разделяю и делаю сокращение. Так, девчонки, вот я связала, я, кстати, связала одно плечо со спинки, сшила, связала пробный рукав, теперь довязала второе, вот они мои сокращения, 5, 4, 3, 2, да, и теперь я провязала изнаночный ряд, что я сейчас делаю, выворачиваясь на изнаночную сторону. И распущу вот эти закрытые петли, потому что я хочу закрыть это все дело крючком. Я их распускаю и одену на спицу, и крючком петельки закрою. Так мне кажется, во-первых, этот шов крючком закроет петли, во-вторых, он потом не даст растягиваться плечику. Поэтому я решила так. Да, и вы знаете, я очень часто так закрываю как бы петли плеча. И этот шов, я же говорю, он очень хорошо держит, складывая лицевой стороной вовнутрь. Что хочу сказать, зашила я вот один раппорт, девчонки, поэтому я и как бы и говорю там и в начале, и в конце, что все. Зашила я неправильно, как-то тянет у меня. Раз, два, три, четыре, все правильно. Я беру по одной петле с каждой спицы и закрываю. То есть сначала это две петли, я их провязываю вместе крючком, далее это будет по три петли. Так, девчонки, и тут то, что я обещала как бы разобрать второй вариант горловины при четном распределении вот здесь, вот, где у нас три раппорта, 6, вернее, раппортов, это средний наш размер, девчонки, думала моя голова, думала, вот по-любому получается, если вот по этой схеме моей же закрывать, то пол раппорта у нас гуляет, пол раппорта, вот эти 6 рядов, вот как их провязать, вы мне скажите, пол вот этого раппорта. Я вижу здесь один выход, сделать обычную круглую горловину. В этом варианте, девчонки, чтобы не было вот этих полраппорта, чтобы не мучиться. Ну, можете, конечно, попробовать. Тут, в принципе-то, и перевязать несложно. Но, что я скажу? Я скажу, что я сделала этот вырез от безысходности, вот чтобы задействовать три раппорта. А вот это подходит на большой размер, на маленький и большой, а вот средний размер у нас от безысходности получается два раппорта. Это вот так вот сделать, это 22 петли, ой, 28 петель и 29, даже если считать вот эту центральную, 29 петель и
22 сантиметра, что соответствует круглой горловине. То есть, девчонки, если смотреть на вот эти 29 петель, я бы их разделила, вот 15 так бы, наверное, и закрыла, вот по центру 15, вот в половине раппорта они будут как раз, если у нас середина вот здесь, вот центр раппорта, значит, 15 закрыла бы сюда и сюда. 15 петель, не сюда и сюда, всего 15 петель бы закрыла, остальные, что у меня остается, 4 по 7, а здесь бы сделала 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1, нет, неправильно, 3 2 1 3 2 1, вот, все неправильно написала, 3 2 1. Вот так вот. Вот здесь вместо 3, 5, 3, 2, 3, 2, 1. Здесь 15, а здесь 3, 2, 1. И в высоту, ну, 6 рядов, либо 8 рядов. Вот примерно так. Вот что я вам могу посоветовать. Самый оптимальный вариант, средний размер, сделать не лодочкой, а круглый вырез горловины. Все. Потому что в этом узоре, девчонки, вот не знаю я, как там надо. Надо думать, а это лишние заморочки. Вот вам мое мнение. Так, есть. Значит, у меня еще здесь нить от передней детали. Я возьму ею вот так вот и закреплю. И она ни черта не закрепилась. Ну да ладно, эту нить я выведу в шов. А вот рабочую нить я не прекращаю. Сейчас я не буду вязать рукав. Я сейчас сделаю горловину. А вы, как вам удобно, можете оставить это все дело. Просто у меня уже один рукав связан, и поэтому я буду заниматься горловиной. У меня вот клубки непонятно как. Кстати, смотрите, лайфхак мой. Вот, если три клубка, что я сделала, придумала такой классный способ, потому что эти клубки бегают у меня постоянно, из корзинки выскакивают, вечно обкручиваются об кресло, об ножки. Я взяла вот такой вот пакет, прорезала, прорвала дырку, вот этой дыркой цепляю на кресло, на ручку кресла, и вот он у меня висит, все, и ничего не убегает. Вот я хотела продеть, да рассказываю вам про лайфхак, или я проделала. Склероз старческий, какой кошмар. Такс, теперь я для горловины я возьму спицы потоньше. Эти я оставлю для рукава. Нет, это я оставляю. Пока я беру тонкую леску и беру спицы потоньше. 4 миллиметра, 4,5 миллиметра. А вязала я 6 миллиметров. Правда? 6 миллиметров. Для горловины беру 4 миллиметра спицы. И набираю резинку по кругу. Там у нас ни ложной кифлевки. Вот, ну ничего совершенно нету. Я так произвольно набираю где-то из каждой петли по петелечке. Вырез, я же говорю, у меня очень широкий. Я, если честно, не рассчитала. Хотя я такие вырезы люблю, да. У меня обычно так и получается, что все, что не делается, все к лучшему. Я вот, видите, я делаю все интуитивно. У меня, как правило, в большинстве случаев, это все срабатывает. Вот такая у меня интуиция или чуйка. Вот. Поэтому, как по мне, по моему вкусу, мне это нравится. Ну, что касается оригинала, то это не совсем то, что в оригинале. Вот.
Вот так, из каждой петельки я вытаскиваю по одной петле. Я так предполагаю, что горловина будет довольно-таки свободной, будет падать одно плечо, что очень-очень, я считаю, хорошо для летнего свитера. Вот и все. Наберу петли и вам скажу, сколько всего их. Так, и у меня по кругу получилось 94 петли. Вот, и я сейчас вяжу резинкой 1 на 1. Я даже не буду вязать один изнаночный ряд, хотя нет, не буду. Я уж сделаю так, как там. Единственное, что я, конечно, провяжу больше, потому что у меня большой вырез, ну, то есть рядов больше. Ну, насколько, сейчас я вам скажу, все скажу, девчонки, и покажу. В общем, вяжу резинкой 1 на 1 по кругу горловину. И провязала я 1 2 3 4 9 рядов, и теперь все петли я буду закрывать, потому что 9, смотрите, я так посмотрела, что это все будет вот так вот растянуто, и как раз, я думаю, нормально. Так, закрывать петли буду иглой. Кто не умеет иглой, оставлю видео в описании под видео. Кто не хочет, закрывайте по узору. То есть там, где лицевая, лицевой, где изнаночная, изнаночная. Вот. Вот, и будет вам счастье. Я показывать не буду, потому что это муторный процесс. Оставлю просто видео на закрытие петель резинки иглой. Так, ну вот, я закрыла горловинку, девчонки. Ну, пока еще не разутюживала. Потом я вам покажу результат, уже все в кучу, в кучу, в кучу, в кучу. Так, вот она такая. У меня лодочка, да, получилась. Хотя, я же говорю, для летнего джемпера, я думаю, лодочка самый такой элегантный вариант. Что касается рукава. Я по поводу рукава сейчас буду говорить, вот на протяжении всего видео буду говорить. Так, беру спицы. Шестерочку на толстой, на коротенькой леске. Сейчас я выверну наизнанку, потому что у меня же здесь пришлось сшить. Да, у вас этого шва не будет, у вас все будет красиво, как вот здесь вот. А мне, видите, один раппорт я сшила. Это то, о чем я говорила. Вот, значит, что по рукаву. Давайте сначала я с вами поговорю чуть-чуть, потому что у вас у каждого свой размер. Значит, я набирала петли вот с каждой кромочной петли. Вот такой вот рукав у меня получился. Измеряю его ширину начальную 20 сантиметров. Я считаю, для рукава летнего это нормально. Если вы хотите шире, то набирайте через одну петлю, ну, то есть из одну петлю из кромочной, потом со следующей кромочной 2 петли будет. Здесь у меня такой эффект стянутости, что, потому что у нас нет ни плечевого скоса, ни оката рукава, и вот этот эффект стянутости, он чуть потянет рукавчик вниз, то есть компенсирует хотя бы немного отсутствие вот этих вот элементов. Значит, то есть 20 сантиметров у меня, да, изначально. И вот я рекомендую, если уж совсем небольшой, как бы основываться на вот это вот, то есть 4 пройма у меня, 4 раппорта и 20 сантиметров рукав. Это у меня 3 раппорта, и остальные петли, которые лишние, вот у меня внизу, они под мышкой, как бы, вот они сидят. Вот, их было 7 штучек, вот так вот у меня будет. Сейчас я это все буду делать, набирать, рассказывать, это я предварительно, потому что тот, кто хочет другой рукав, либо сделайте шире, либо сделайте пройму длиннее, либо наберите больше петель. У кого большой размер, тоже ориентируйтесь по своей руке. Вот видите, я выбрала себе рукав узкий в этом варианте, его можно сделать вот таким вот широким, да, если набрать на 1/3 больше петель, как я сказала, из одной петли одну, из одной кромочной одну, из следующей 2. Вот, будет на треть, ну,
вот, вот такой вот он будет шире. Вот. Это ваш выбор. То есть вы уже по готовому полотну, по вот этому, можете определить желаемую ширину рукава и по этому, как бы основываясь на этом, набрать количество петель на рукав и, соответственно, сделать пройму длины той, которую вам как бы нужно для вашего рукава. Углубить ее, либо оставить такой, набрать больше петель. Ну, в общем, я выбрала себе такой вариант. Значит, у меня 25 кромочных, я набираю по петле из каждой кромочной. 4, 5, 6, 7, 8. У меня петель. Значит, что из-за этого исходит, что в 50 петель у меня влезет 3 раппорта. 3 раппорта — это 14 петель раппорт, 42 петли и плюс 1 петля симметрия для симметрии. Это сзади. Значит, 43 петли. Что это значит? Что у нас остается 50 петель минус 43, остается лишними 7 петель. Вот они и есть у меня, эти 7 петель, которые у меня внизу останутся. Значит, что это значит? Я беру два маркера. И сверху, вот, от шва отсчитываю половину вот этих 43 петель. То есть это 21 петля, да, вот мы видим, половина 42 и 1 петля. Одну петлю вы можете либо спереди посчитать, либо сзади. То есть я считаю здесь 21, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 1 петля. То есть здесь 4 остается лишних. Отделяю эти петли маркером. Ну и от маркера считаю теперь 43. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать и три. И остается три. Все правильно. Семь петель по центру. Теперь я вяжу ровно. Эти петли, которые у меня 7 по центру, я вяжу лицевой петлей. Вот этот участок 42 петли, 43, так, я вяжу 3 раппорта по схеме. Все, девчонки, и продолжаем. Каждый, если у вас петель, в количество петель входит 4 раппорта, допустим, да, 56 петель, и у вас там плюс в остатке сколько-то, остаток вы в лицевую гладь, 56 петель, если это рука, значит 28 сюда, 28 сюда, остаток вот вниз в лицевую гладь, вот те петли, которые у вас останутся. Это в том случае, если вы набираете больше петель, чем я, и хотите вот этот вот широкий рукав, да, и либо у вас большой размер, и у вас больше петель, то вы можете распределить на 4 раппорта. Я думаю, больше, чем 4 раппорта у вас не будет. Если 4 раппорта, остаток тоже сюда, в зависимости от того, сколько у вас петель. Я думаю, понятно, я объяснила. Если нет, пишите по поводу набора петель на рукав. Но я думаю, там уже сложностей у вас не возникнет, и в длину вязать сколько хоть. Ну и сейчас я вам еще скажу, что эти сокращения, вот рукав у нас получается вот такой вот, здесь у нас эти все раппорты,
А здесь у меня сокращение именно в этой лицевой глади. Вот эти 7 петель в длину всего рукава я сокращаю. Просто по центру этого как бы промежутка. Давайте покажу. Тут показывать, в принципе-то, нечего как бы вязать. Вот, смотрите, я произвольно, видите, провязывала по 2 петли. Визуально приблизительно обозначала по центру, то есть я не 3 провязывала, а по 2 вот так вот сокращала. Видите? Пока не ушла в ноль. Вот сколько у вас там петель будет, сколько вы и распределите. Но учитывайте то, что нижняя часть рукава у вас будет из той части, которая у вас с узором. Потому что если у вас вам придется сокращать узор, это будет мясорубка, правда. Потому что этот узор просто не поддается как бы моделированию, да, вот очень неудобно на нем делать вот эти вырезы горловины, скосы рукава, поэтому мы ничего и не делали, мы максимально упростили, потому что я же еще раз повторю, что здесь может быть две вместе, а накид компенсирующий вот в начале раппорта, поэтому вот просто нереально. Не, это, конечно, можно рассчитать, да, на определенную пряжу, определенную плотность, но кто же попадает всегда в плотность? Даже я не попадаю. Так, девчонки, мой результат. Что хочу сказать вам по этому поводу? Что касается длинных рукавов, я предвижу ваши как бы возмущения, что вполне заслуженно. Но я так люблю, я это все, про это все я сказала. Боже, как мне нравится этот узор, как он красиво выглядит. Боже мой, девчонки, смотрите, какая-то эта красота. За копейки, вот действительно бюджетно, можно любую вещь сделать бюджетно, и вот, и очень красиво, смотрите, красота. А эта же камера, она не передает, девчонки, так что я прошу от вас лайк, подписку, комментарий, ну и желательно поделиться где-то в группах. Буду вам очень благодарна, этим вы поможете развитию канала. Вот. Ну, еще понятное дело, что сейчас все еще на себе, это все на манекене. Понятное дело, что на манекене все идеально. Вот воротник этот лодочкой. Кстати, мне нравится, как он выглядит. Очень нравится. Ну все. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.